Воскресение Иисуса Христа – то центральное событие евангельской истории, к которому вело все предшествующее повествование в каждом из четырех Евангелий. Самый большой парадокс, связанный с этим событием, заключается в том, что его никто не видел. Все евангелисты утверждают, что Иисус воскрес, но ни один не рассказывает, как это произошло. В тот момент, когда рано поутру в первый день недели женщины приходят к погребальной пещере, где было положено тело Иисуса, они обнаруживают, что тела там нет. Но каким образом оно исчезло, евангелисты не говорят, потому что прямых свидетелей у этого события не было. Другой парадокс связан с тем, как в Евангелиях изложен материал, посвященный явлениям воскресшего Иисуса. На первый взгляд кажется, что между евангелистами слишком много расхождений, чтобы их показания можно было сшить в единую повествовательную ткань. На поверку, однако, сходство оказывается гораздо больше, чем различий. О том, что произошло сразу после смерти Христа, евангелисты говорят по-разному. Марк ограничивается кратким упоминанием о том, что завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Матфей рисует более драматичную картину. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Чтобы понять значение упоминания о завесе во всех трех синоптических Евангелиях, мы должны вспомнить, что в Иерусалимском храме по образцу древней скинии было две завесы – одна внешняя, другая внутренняя. Эта внутренняя завеса отделяла святилище от святого святых. Именно об этой завесе идет речь у синоптиков. Ее разрыв и обнажение алтарного пространства, обычно скрытого от посторонних глаз, свидетельствует о том, что слава Божия в этот момент покинула храм, чтобы никогда более в него не вернуться. Эра храма, символизирующего собой ветхозаветную религию, завершилась. Наступает новая эра поклонению Богу в духе и истине. Свидетельство о землетрясении мы находим только у Матфея. Открытие гробов могло быть его естественным следствием. Ко входу в погребальные пещеры приваливали камень, который при землетрясении вполне мог отвалиться. Однако Матфей говорит не о явлениях, которые могли иметь естественные причины, а об особом знамении Божьем. Причем в одной фразе совмещается то, что, как кажется, случилось непосредственно после смерти Иисуса – землетрясение, открытие пещер – и то, что произошло после его воскресения – явление тел усопших святых. Так в описании смерти Христа уже предвосхищается его воскресение. Рассказ Матфея о выходе многих тел усопших святых из гробов отражает раннехристианское представление о том, что после смерти Иисуса на кресте его душа сошла в ад, чтобы там проповедовать Евангелие и вывести оттуда ветхозаветных праведников. Смерть и воскресение Иисуса Христа трактуются евангелистом Матфеем как событие космического масштаба, затронувшее не только людей, но и природу, не только живых, но и усопших. У евреев не было принято хоронить человека на второй или третий день после смерти. Хоронили сразу же, что объяснялось не в последнюю очередь жарким климатом. Приготовление умершего к погребению предполагало, что его тело омывали и умощали благовониями, а затем оборачивали в специальные погребальные пелены. Никаких деревянных гробов не было. Завернутое в пелены тело относили в высеченную в скале пещеру. Такие пещеры-кладбища располагались, как правило, вблизи городов. О погребении Иисуса
повествуют все четыре евангелиста. Матфей пишет: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Согласно всем четырем Евангелиям, первыми исчезновение тела Иисуса из гробницы обнаружили женщины. Иоанн упоминает только одну. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Матфей говорит о двух женщинах у гроба. У Марка свидетелями отсутствия тела Иисуса в гробнице становятся три женщины – Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Соломия. В рассказе Луки фигурируют три женщины, названные по имени, и другие неназванные. Время описываемого события у всех четырех евангелистов одно и то же – утро дня, следующего за субботой. Во всех четырех Евангелиях говорится, что к моменту прихода женщин камень был отвален от гроба. Но только у Матфея повествуется о том, как это произошло. Ангел, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам». Этот эпизод у Матфея вкрапляется в повествование о женщинах, пришедших ко гробу. Однако текст позволяет предположить, что он произошел еще до их прихода, и что к моменту их появления у гробницы стражи там уже не было. Завершение всего эпизода тоже имеет некоторые отличия в четырех Евангелиях. У Матфея женщины со страхом и радостью побежали от гроба, чтобы возвестить ученикам о том, что видели. У Марка они, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, но они никому ничего не сказали, потому что боялись. У Луки женщины, вернувшись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. У Иоанна Мария Магдалина бежит к двум ученикам и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Перед нами типичный и яркий пример свидетельских показаний об одном и том же событии. Они разнятся в деталях, но сходятся по существу. В первом фильме я говорил о том, что наличие разногласий между евангелистами в деталях при сходстве по существу свидетельствует не против, а наоборот в пользу реальности описываемых событий. Если бы речь шла о мистификации, авторы, несомненно, позаботились бы о том, чтобы сверить информацию. Расхождения лишь подтверждают, что никакого сговора между евангелистами не было. Общий контур истории остается одинаковым во всех четырех Евангелиях. Первыми свидетелями пустого гроба оказываются женщины. И евангелисты не скрывают этого, несмотря на то, что женщины в иудейской традиции считались ненадежными свидетелями. У Марка особо отмечается, что женщинам не поверили. Впрочем, не потому, что следовали в этом иудейским представлениям, а потому, что сама принесенная ими весть казалась ученикам-мужчинам невероятной.
несмотря на то, что они много раз слышали от Учителя предсказания о Его воскресении. Согласно Евангелию от Луки, после того, как женщины вернулись от гроба и возвестили то, что видели 11 и всем прочим, показались им слова их пустыми и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Более подробно этот эпизод изложен у Иоанна. Он рассказывает о том, как два ученика, Петр и Иоанн, бегут ко гробу. Иоанн бежит быстрее Петра, но не входит внутрь погребальной пещеры. Петр прибегает вторым, входит внутрь и видит погребальные пелены, плащаницу, в которую было обернуто тело Иисуса, и отдельно лежащий плат, которым было покрыто его лицо. Почему Иоанн акцентирует внимание на пелене и плате? Делает он это прежде всего потому, что именно пелены и плат становятся для него доказательством воскресения Христа. Однако весьма вероятна и другая причина. Пелена и плат были сохранены учениками Иисуса как материальные доказательства Его воскресения. В предыдущем фильме я кратко упомянул Туринскую плащаницу в связи с рассказом о бичевании Иисуса Христа. Пришло время рассказать о ней подробнее. История этой ткани прослеживается с середины XIV века, когда французский рыцарь-крестоносец Жоффруа де Шарни объявил, что плащаница находится у него. В середине XV века она была выкуплена Людовиком I Савойским и хранилась в Шамбери, где пострадала при пожаре. С конца XVI века плащаница хранится в Туринском соборе. Передо мной точная копия Туринской плащаницы, подаренная мне в Ватикане. Она выполнена в оригинальном размере. Плащаница представляет собой полотно длиной более 4 метров, на котором изображен обнаженный мужчина с длинными волосами и бородой. Его руки скрещены на поясе. Одна часть плащаницы, которую мы сейчас видим, содержит фронтальное изображение мужчины. Другая – его же изображение со спины. Изображение расположено вдоль полотна таким образом, что голова мужчины в обоих случаях оказывается возле середины полотна, а ноги – по краям. То есть изображения развернуты в противоположном одно от другого направлении. Если считать плащаницу погребальной пеленой, а изображение на ней – отпечатком тела умершего, то очевидно, что тело было положено на одну половину полотна и закрыто другой половиной, перекинутой через голову умершего. Вопрос о подлинности плащаницы продолжает активно обсуждаться в научном сообществе. Некоторые считают ее средневековой подделкой. Против этого, однако, говорит тот факт, что после многих лет исследований химического состава изображения на плащанице ученые пришли к однозначному выводу – плащаница – не живописное изображение, так как на ней не удалось найти каких-либо следов краски. В 2013 году исследование, проведенное с использованием методов многопараметрического механического анализа, показало, что плащаница с большой вероятностью датируется временем жизни Иисуса Христа. Еще одним аргументом против того, что плащаница является средневековой подделкой, служит расположение следов крови на ней. В средние века считалось, что при распятии гвозди вбивались в ладони. И если бы художник подделывал плащаницу, он изобразил бы раны именно на ладонях. Между тем, следы крови на плащанице находятся в зоне запястья каждой руки. О том же, что во времена Христа гвозди при распятии вбивались именно в запястье, а не в ладони, ученым стало известно лишь в новейшее время. Задолго до того, как Жоффруа де Шарни объявил о плащанице, предание о нерукотворном образе Спасителя существовало на христианском Востоке. Более того, сам этот образ был широко известен.
Долгое время он находился над воротами города Эдессы. Затем был перенесен в Константинополь. Следы нерукотворного образа теряются после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году. Как и многие другие святыни Восточной Церкви, он, скорее всего, оказался в руках латинских рыцарей и был вывезен из византийской столицы на запад. Имеется ли связь между Туринской плащаницей и нерукотворным образом? В течение долгого времени такая связь отрицалась. Однако в последней четверти 20 века целый ряд ученых пришли к выводу, что Туринская плащаница и эдесский образ – один и тот же объект. Этот вывод был сделан, в частности, на основании поперечных складок, имеющихся на плащанице. Они свидетельствуют о том, что плащаница складывалась в 8 раз и в течение длительного времени хранилась в сложенном состоянии. Эдесский нерукотворный образ вполне мог быть идентичен той части плащаницы, на которой отпечатался лик Христа. И именно эта часть сложенной плащаницы могла демонстрироваться паломникам, приходившим для поклонения образу сначала в Эдессе, затем в Константинополе. Если же нерукотворный образ и Туринская плащаница – два разных объекта, то и это легко объяснить. Не случайно же евангелист Иоанн упомянул о плащанице отдельно, а о платье отдельно. Плат клали прямо на лицо умершего, а верхней частью плащаницы закрывали тело поверх плата. Если оба предмета лежали на лице Иисуса, на них должно было отпечатлеться одинаковое изображение. А затем вполне вероятно, что плат в эпоху крестовых походов был утрачен, а плащаница сохранилась. Туринскую плащаницу иногда называют «пятым Евангелием». Она служит убедительным подтверждением многих деталей евангельского повествования о распятии. На плащанице перед нами предстает мужчина, чье тело изранено. Лик величественен и спокоен. Таким же Иисус изображается на иконе, известной в русской традиции под названием «Не рыдай меня, мати». Широкое распространение этот иконографический тип получает около XII века. И есть все основания считать, что в его основу лег тот самый образ, который жители Эдессы и Константинополя созерцали в течение нескольких веков, пока он не попал в руки крестоносцев. Обратимся к свидетельствам о первом явлении воскресшего Иисуса. Самое краткое из них принадлежит Марку. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус сперва явился Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. В рассказе Матфея действующими лицами являются Мария Магдалина и другая Мария, которые приходили к гробу, обнаружили его пустым, услышали весть о воскресении от ангела. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». С подробностями описано явление воскресшего Христа Марии Магдалине у Иоанна. Он рассказывает, что когда она наклонилась во гроб, ее окликнул Иисус, но она не узнала его, приняв за садовника. Лишь после того, как он назвал ее по имени, она распознала в нем Иисуса, пала к ногам его и ухватилась за них. Воскресение Христа является кульминацией евангельской истории. И хотя первому явлению воскресшего предшествовало возвещение об этом ангелов, именно это первое явление становится тем переломным моментом, когда самая страшная скорбь прилагается в самую великую радость. И в этот момент в центре повествования оказывается не Петр, которому было уделено столько внимания во всех четырех Евангелиях, не кто-либо иной из апостолов, а женщина,
ранее не игравшие никакой существенной роли в евангельской истории. Она первой увидела пустой гроб, и она же первой видит воскресшего из гроба. Свидетельство женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно быть принимаемо во внимание. Такие слова летописец еврейского народа Иосиф Флавий вкладывает в уста Моисея. Они отражают широко распространенное в иудейской среде времен Иисуса мнение о недостоверности свидетельских показаний женщин. Между тем, именно женщины принесли ученикам Иисуса весть о Его воскресении. Тот факт, что во всех четырех Евангелиях свидетельство женщин не только принимается во внимание, но в каком-то смысле играет ключевую роль, говорит о решительной смене традиционной для иудаизма культурной парадигмы в христианстве. Отныне женщина – не менее достоверный свидетель, чем мужчины. Если же рассматривать поведение женщин и мужчин после ареста Иисуса, то нравственное превосходство женщин оказывается очевидным. Когда Иисус был арестован, все ученики-мужчины, оставив его, бежали. Один из учеников оказался предателем. Другой трижды прилюдно отрекся от Учителя. При кресте Иисуса мы видим лишь одного из 12 учеников. При погребении – ни одного. Женщины же неотступно следуют за Иисусом, стоят у Его креста, присутствуют при Его погребении и первыми, раньше мужчин, приходят к Его гробу в утро воскресения. Вполне естественно, что именно они первыми узнают о Его воскресении. Им Он является, им адресует призыв к радости. Тогда как первое, что услышат от Него 11 учеников-мужчин, когда Он им явится, будет упрек в неверии. Все четыре евангелиста повествуют о явлении Иисуса 11 ученикам. Лука так описывает его. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“». Иоанн описывает то же явление, однако у него история имеет продолжение. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Феме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». В том же Евангелии рассказывается, как Иисус явился ученикам на озере, когда они всю ночь ловили рыбу, но ничего не поймали. Под утро они увидели на берегу человека, который повелел им снова закинуть сети. Сначала они опять же не узнали Иисуса, но когда сеть наполнилась рыбой так, что ее невозможно было вытащить, они поняли, что стоящий на берегу – никто иной, как воскресший Иисус. Являясь ученикам после своего воскресения, Иисус говорил им об ожидающей их миссии. О том, что эта миссия будет иметь вселенский характер, Иисус говорит ученикам, явившись им в Галилее. Об этом явлении повествует Матфей.
11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». На слове «Аминь» Евангелие от Матфея завершается, и описанное явление Иисуса становится заключительным эпизодом этого Евангелия. Несмотря на торжественный характер эпизода, евангелист не считает нужным умалчивать о том, что не все ученики поклонились воскресшему. Некоторых все еще терзают сомнения: он или не он, воскрес или не воскрес, человек или призрак. Только на 50-й день после воскресения Христова эти сомнения окончательно развеются, когда на учеников в виде огненных языков сойдет Дух Святой. Познакомившись с повествованиями евангелистов о явлениях воскресшего Христа, мы можем попытаться ответить на три вопроса. Сколько всего было этих явлений? Насколько достоверны свидетельства об этих явлениях? Каково значение воскресения Христа для Церкви? Общий список явлений воскресшего Христа, составленный блаженным Августином на основе гармонизации четырех Евангелий, включает 10 эпизодов. К свидетельству четырех евангелистов следует добавить свидетельство апостола Павла. Важность этого свидетельства объясняется тем, что Павел писал свои послания раньше, чем евангельские повествования приобрели окончательную форму и сложились в единый корпус из четырех свидетельств. В отличие от Августина, он не имел возможности сличить письменные источники и основывался исключительно на устном предании. Таким образом, явления воскресшего были многочисленными и продолжались в течение длительного времени. Во всяком случае, их было достаточно для того, чтобы у апостолов исчезли всякие сомнения в достоверности воскресения Христа и чтобы они могли говорить о нем как о неопровержимом факте. Достоверность воскресения Христа была для первого христианского поколения настолько очевидной, что Павел не усомнился написать: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Павел и другие представители первого христианского поколения понимали, что история воскресения из мертвых Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого, лежит в самой сердцевине христианства. Если вынуть из него эту историю, оно перестает быть самим собой. Это понимали, однако, и противники христианства. Не случайно на протяжении веков главным объектом своих нападок они делали именно эту историю, объявляя ее вымышленной и предлагая различные альтернативные версии того, что могло произойти с Иисусом и его общиной после смерти. Вот лишь несколько таких версий. В основе легенды о воскресении Иисуса лежит мистификация. Его тело было украдено из могилы учениками, которые объявили, что он воскрес. Это, похоже, самая ранняя из известных альтернативных версий. Она зафиксирована в Евангелии от Матфея. Все рассказы о воскресении Иисуса основаны на одном единственном свидетельстве – Марии Магдалины, которая, первой увидев пустой гроб, сообщила ученикам Иисуса, что он якобы воскрес, а они поверили ей.
После смерти Иисуса Петр и некоторые другие ученики имели видения, которые они интерпретировали как явление воскресшего. Воскресение Иисуса следует понимать метафорически или как притчу. Иисус воскрес, но только в сердцах своих учеников. Иисус не умер на кресте, а впал в летаргический сон. С креста он был снят живым, прохладный воздух могилы подкрепил его, и спустя пару дней он очнулся. К перечисленным версиям можно было бы добавить много других, выдвигавшихся в разные эпохи разными авторами. Теория о том, что в основе всей христианской проповеди лежит мистификация – ученики украли тело Иисуса, а потом объявили его воскресшим – казалось не требующей комментариев уже евангелисту Матфею, включившему ее в свое повествование без какой бы то ни было оценки. Теория глубокого обморока или летаргического сна, в который якобы впал Иисус, затем сумевший собственными силами выбраться из гробницы, вызвала критику вскоре после своего появления даже в среде самых либеральных исследователей Евангелия. Один из них отмечал, что вышедший из гроба полуживым, нуждающийся во врачебных пособиях и уходе Иисус Христос никак не мог бы произвести на учеников то впечатление победителя смерти, которое послужило основанием всей дальнейшей их деятельности. Теорию о том, что в основе всех рассказов о явлениях воскресшего Иисуса ученикам лежит свидетельство одной экзальтированной женщины, Марии Магдалины, еще в III веке убедительно опроверг Ориген. Он показал, что рассказы о явлениях воскресшего слишком разнообразны и многочисленны, чтобы их можно было свести к одному источнику. Пожалуй, наиболее живучими оказались теории, согласно которым повествование Евангелий о воскресении Христа следует понимать метафорически, как свидетельство о том, что память об Иисусе бережно хранилась в сердцах его последователей. Поначалу, мол, Иисус привлек к себе своим нравственным учением, и лишь много десятилетий спустя его жизнь обросла легендарными подробностями, включая и историю о его воскресении. Но уникальность евангельских повествований заключается именно в том, что все они описывают события, имевшие место в истории. Вопреки мнению тех, кто считает, что воскресение Христа было исключительно предметом веры, а не историческим событием, евангелисты утверждают прямо противоположное. Оно было историческим событием, и именно это событие стало для учеников главным доказательством того, что распятый и умерший на кресте Иисус был Мессией Христом, Спасителем мира и воплотившимся Богом. Если мы посмотрим на историю ранней церкви, как она изложена в книге Деяний и в посланиях апостола Павла, мы увидим, что в первоначальной христианской проповеди акцент делался отнюдь не на нравственном учении Иисуса. Апостолы говорили прежде всего о его смерти и воскресении. Самая первая письменно зафиксированная христианская проповедь была произнесена Петром через 50 дней после воскресения Христа. Она сфокусирована исключительно на смерти и воскресении Иисуса. Воскресение Христа является центральным пунктом проповеди апостола Павла, который не боится заявить о том, что без веры в воскресение христианство не имеет никакого смысла. Но разве недостаточно следовать нравственным принципам, установленным Христом, исполнять Его заповеди? Оказывается, нет. Вся аргументация в защиту христианской веры вращается у Павла вокруг темы воскресения. Почему? Он объясняет. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть.
Воскресение Христа представлено здесь как событие космического масштаба. Оно касается не только самого Христа, но и всех людей. Адам представляет собой собирательный образ ветхого человечества. Христос соединяет в себе обновленное человечество, искупленное от греха его смертью. Воскресение Христа открывает путь к воскресению из мертвых для всякого человека. И именно в этом сердцевина евангельской проповеди, а отнюдь не в той или иной нравственной или социальной программе. Здесь мы возвращаемся к важнейшему христианскому догмату об искупительном значении смерти Иисуса Христа. А этот догмат зиждется на вере в Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Если бы Иисус не был Богом, Его смерть не имела бы искупительной силы для людей, а Его воскресение не освобождало бы их от власти смерти. Череда явлений воскресшего Иисуса ученикам завершается Его вознесением на небо. Марк говорит об этом кратко. «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Лука уточняет, что вознесение произошло в Вифании, селении близ Иерусалима, куда Иисус неоднократно приходил при жизни. Вознесясь на небо, Христос оставляет на земле свою церковь. Она является общиной людей, объединенных верой в Него. Если раньше, до создания церкви, люди жили сами по себе, а Бог сам по себе, то теперь жизнь самого Бога через Христа нерасторжимо связана с жизнью людей. Придя на землю, Сын Божий обрел на ней своих братьев и сестер, которых хочет ввести туда, где пребывает Он Сам, в вечное Царство Бога. «Нет мертвым воскресения». Эти слова древнегреческий драматург Эсхил вложил в уста Аполлона, выступающего в высшем суде Древней Греции, Афинском Ареопаге. За ними стоит твердое убеждение в том, что возвращение из загробного мира невозможно. Спустя 500 лет после смерти Эсхила в том же Ареопаге прозвучала проповедь апостола Павла, завершившаяся словами: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Прошло 800 лет после смерти Эсхила, 300 после проповеди Павла, и мир стал свидетелем того, как вера в воскресение Христа, а значит и в воскресение мертвых, преодолевая сопротивление язычества, захватила умы миллионов людей. Как могла произойти эта революция в сознании и мировоззрении миллионов людей? Что заставило их поверить в то, что казалось невозможным поколением их предков? Что заставляет людей и в наш век научно-технического прогресса, когда, как говорят, наука доказала, что чудес не бывает, верить в это главное чудо человеческой истории и в пасхальную ночь тысячами собираться в храмах, чтобы услышать, как священник торжественно и многократно возглашает: «Христос воскрес!» И почему, когда звучит этот ликующий возглас, на лицах людей появляются слезы радости, и они с не меньшим ликованием восклицают: «Воистину воскресе!» Мне посчастливилось в течение более 30 лет служения в Священном Сане наблюдать, как христианская вера изменяет и преображает людей. Приходилось видеть, как смертельно больные выздоравливали, умирающие возвращались к жизни. И происходило это все благодаря особой силе, которая действует в христианской общине и которая имеет сверхъестественный характер. Эта сила исходит от самого Христа, распятого и воскресшего,
незримо присутствующего в своей церкви. Именно с ним вступает в личное живое общение всякий, кто уверует в него как Бога и Спасителя. Атмосфера чуда, возникшая вокруг Иисуса при его жизни, столь ярко описанная евангелистами, не исчезла после его смерти. В основанной им церкви она сохраняется по сей день. Завершая путешествие по страницам евангельского текста, напомню о словах Иисуса, обращенных к Фоме: «Не будь неверующим, но верующим». И о словах, которые Фома обратил к Иисусу: «Господь мой и Бог мой». Вера в Иисуса Христа как Господа и Бога – это ключ к восприятию евангельского текста. Но одновременно это и ключ к познанию Бога, а значит, к пониманию смысла жизни и смерти. Распятый, умерший и воскресший Иисус – это ответ Бога на основные вопросы человека. Для чего Он живет? Зачем страдает? Почему умирает? Суть христианства заключается в победе над главным врагом человека – смертью. Эту победу одержал Христос за всех людей. На протяжении веков человек не мог смириться с мыслью о смерти. Протестовал против нее всей силой своего разума и чувства. И тем не менее, ни одному мудрецу не удалось найти лекарство от смерти, избавить от нее род человеческий. Христос это сделал, избавив людей от вечной смерти ценой собственной жизни. В свете Его жизни и смерти обретает смысл жизнь и смерть каждого человека.